Давай, вот, арбузом ему по башке, правильно, этому пидорасу, блин, просто ненавижу его. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и добро пожаловать в финальную мини-игру Plants vs. Zombies, которая называется «Месть доктора Зомбосса». И вот он пришел, топочет снова своими слоновьими ножищами на моей крыше, пидорас такой, да? Надо его за это проучить. Он помнит, он еще не забыл, как мы отодрали его в прошлый раз во время финала сюжетной кампании. Ну, согласитесь, раз во время финала сюжетной кампании отодрали, то во время финала кампании мини-игр отодрать будет не лишним. Так, смотрите, пока что нам выдают вот таких две капустопульточки, два зомбаря идут, пидрюка таких злобных. Вот эти вот я бы штуки пока поберег, наверное, и тратить не стал, да? Наверное, это правильно. Вот, слушайте, так, нужно сюда срочно капустопульту какую-то, а? Вот этим уже головы снесли, это радует, конечно, это здорово, замечательно, но... Так, хорошо, хорошо, пока что нормально. Пока что везде, где у меня идут зомби, у меня есть небольшая защита. Это здорово. Но! Но, вы знаете, может быть, может подтормозить грибочки? Не знаю, пока грибочки не будем, пока грибочки трогать не будем. Так, все, хорошо, уже по одному ряду есть. По одному ряду есть, но вот здесь вот этого мало как-то. Давайте-ка грибы, грибы. Сейчас заморозим, заморозим их немного. Заморозим немного этих ребят. Чем больше атаковать, козлина. Так, давайте сюда горшки, горшки, горшки все выставим. Так, что? Ага, все, я понял. Бум, отлично, убрали. Эту атаку убрали, хорошо. Он пока расслабился, он пока не трогает нас. Так, тихо. Ой, замечательно, прекрасно. Давай еще один горшок. Вот этого мочи. Мочи этих козлов поганых. Не, ну ты посмотри, а мне слишком мало капусты дают. Как мне отбиваться-то? Их слишком много, капуст слишком мало. Так, что лучше? Вот это, да? Лучше вот так и... О, хорошо поставил. Так, нормально, вот этого. Теперь сюда. Разберемся. Сейчас справимся, сейчас все будет пучком. Так, плюс ко всему надо еще озаботиться. Ну, тут у меня три гриба, три перчика, всего хватит, нормально. Так, перчиком бух уничтожаем, превосходно. Так, подождите. Ну-ка. Морозни этого козла, вот, хорошо. Хорошо, что ты его морознула. Так, теперь сюда. С этим справитесь уже, наконец-то, уже пора. Все, отлично, ему тоже бошку снесло. Это не может не радовать. Так, ну давайте, ой. Давайте вот так, наверное, сделаем, потому что эта сволочь сейчас прорвется. Так, ага, этому голову разнесли. Правильно, ребята, хорошо работаете. Прыгающий гандон тут еще, а? Прыгающего еще козла не хватало. Так, здесь вот так вот, наверное, поступит. Ты посмотри, а! Вот, блин, а с прыгающими пидорасами надо быть внимательней. Все, ребята, одну линию обороны снесли. Ладно, не получилось. Но это все-таки месть доктора Зомбосса. Она должна быть сложной, вы же сами понимаете. С ним и тогда-то было непросто. А уж если он мстить начал, то все, рукам сдец. По полной. Так, давай-ка. Ага. Нету этого! Блин. Ну ладно, хорошо. Вот так тогда разрушим. Тогда так разрушим. А куда деваться? Нет горшка. Свободно. Так, давай-ка. Затормозите этих пидорасов. Вот, отлично. Все, голову снесли. Тому тоже голову сносите быстрее. Быстрее сносите ему башку, этому ублюдку. Давай, ребята. Че вы тормозите? Че вы ждете? О, нормально так выбило. Вот здесь вот я даже, может быть, думаю... Блин, ну здесь вот я даже, наверное, вот так сделаю, потому что он сильно быстро подбирается. А вот этому сейчас уже голову расчвякаю. Здесь, я думаю, все получится как следует. Так, подождите. Ой, черт. Так, куда горшок ставить? Куда ставить горшок? Куда эта свинья собирается свою атаку дать? Вот сюда, да? Окей, вот так, хорошо. Понеслась. Тихо. Вот. Ну ладно, ну придется. Ну что я могу поделать? Блин, как все жестко-то, а? Ты посмотри. Так, вот на эту сволочь нужно срочно. Срочно на эту сволочь нужно, ребята, что-нибудь. Вот такого плана, например, да? Сильно много у меня грибов и сильно мало перчиков. А перчики тоже не помешали бы сейчас, понимаете, какое дело-то? Давай двумя арбузами по голове. Двумя арбузами прям по башке. Раз, два. Ну давай, мочи, пока ты еще жив. Есть, отлично. О, вот эта сволочь тут подбирается тоже, да, скотина такая? Так. Сейчас, подождите, пока горшок не трогаем. Да убейте вы его! О, все, отлично. Сейчас завалит козла, я думаю. Так. Ага, нормально получилось. Так, давайте-ка сюда, вот так вот мы поступаем. Морозим козла. Вот, все, нормально. Бах, все. Голову снесли, отлично. По-моему, просто отлично. Теперь сюда. Теперь вот на этот ряд. Вот на этот ряд, пожалуйста. Вот еще сюда дополнительно тоже. Почему бы нет?
Я думаю, что вот с таким вот войском, ребята, как у нас сейчас, мы, в принципе, вполне можем... А чё-то... Блин, да это тут... Мы так... Мы ни хрена почти не прошли, ребята. Это кобздец. Почти ни хрена не прошли, представляете? Это только еще... Это только-только начало все. Ой, прыгун, прыгун, прыгун. Все, прыгуна... Нейтрализовали прыгуна. Хорошо, хорошо. Так, куда, куда ты будешь? Куда ты будешь? Вот так, да? Все, устранили. Эту угрозу тоже устранили. Так, отлично. Давай теперь здесь. Здесь горшок, здесь горшок. А, где он? Где у меня меньше? Где у меня меньше этих козлов? Вот здесь меньше, да? Вот сюда, значит, ставим. Так, окей, 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 окей. Тихо. Вот ты, блин, а ты посмотри. Два арбуза у меня сейчас уберут. Два арбуза сейчас уберут у меня. Ладно. Ну ладно, ладно, где наши не пропадало. Я думаю, мы справимся все равно, так или иначе. Давай, 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 по башке, по башке, по башке этому пидору. Хорошо, отлично. Этому тоже по башке дайте как следует. Грибов, в принципе, много. Если что, можно вот использовать. Смотрите, раз, заморозим, все. Сейчас это ведро слетит, замечательно. Так, тут мудила с этой с лестницы. Да, тормозни его, тормозни его, пожалуйста. Так, он жрет, он жрет, он жрет. Падла такая жрет, жрет горшок. Даже горшок не успел сожрать. Неудачник, понимаете? Лузер полнейший. Так, стоп, 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 стоп. Есть, отлично, красота. Получилось недурно, согласитесь. Так, давайте сюда. Теперь, раз, два, три, я думаю. О, еще тебе дополнительно. Блин, я и забыл, что он это делает. Тут сволочь такая, а, со своими сраными микроавтобусами. Ладно, 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 ладно. Ладно, ладно, я... Блин, у меня внизу как раз ни черта нет. Так, 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 сейчас, 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 смотрите, вот так вот, да? Вот так вот действуем. Потом... Тихо, морозьте, морозьте этих козлов. Да, 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 давай еще. Еще разок. Есть, вот, вот, вот это я не зря, согласитесь, сейчас использовал. Вот сейчас я это не зря использовал, потому что никак без этого было. Прям, давай, 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 сносите бошку этому козлу. Правильно, 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 четко, ребята. Так, давайте вот сюда вот, наверное, это поставим. Здесь у нас что? Здесь у нас... Опа, какой у нас злобный хряк такой поганый. Тихо, 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 стоп, 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 стоп. Давай, вот. Мочите, 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 пацаны. Есть, отлично. Сюда нужно срочно вот такую штуку. Здесь у нас все плохо. Теперь сюда, вот это, да-да-да-да-да. Правильно, правильно, правильно. О, Гаргантюа пришел, Гаргантюа пришел. Ну что, замочите его, заборите вы его или нет? Арбузами давайте, хреначьте уже. Да хреначьте уже козла этого как следует. Так, куда он, куда он? Ага, вот сюда вот, да. Ах ты, блин! Ладно, окей, я понял, я понял, я понял. Сейчас, 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 сейчас. Все, 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 пронесло, пронесло, получилось. Так, тихо, тихо. Ай, горшок нужен, горшок нужен. Ну что, он сдохнет или нет когда-нибудь уже? Сколько можно? Все, наконец-то. Я уж, честно говоря, думал начать тратить на него перчик. Но это не пригодилось. А, теперь давайте сюда, сюда. Ну ладно, ну что, неплохо, неплохо. Вот с этим сейчас справимся быстро, я думаю, довольно-таки. Вот перцев много, много дают. Казалось бы, можно использовать, но, как казалось бы, нельзя использовать. Потому что как ты, блин, используешь, когда горшков нет? Горшков нет сам. О, есть горшок, все. Все, растоптали горшок. Был горшок и нет горшка, ребята. Прямо, блин, так, ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Тихо. Ага, все. Замечательно. Так-так-так-так-так. Че, может его мочкануть сейчас перцем, да? Сдохнет он от этого или нет? Наверное, нет. Ну ладно, давайте. Уничтожаем эту. Слушайте, как долго, а? Мы еще даже половины не прошли. Да сколько ж можно-то? Да мочите его уже, этого сраного зомбосса. Это ж кобздец какой-то. Это уже нечестно даже как-то. Я уже даже не побоюсь этого слова, это уже несправедливо все. Все, что сейчас происходит. Так, ну давайте еще вот так, вот так. Это все пока экономим, наверное, да? Пожалуй. Так, мочите, мочите, мочите этого ублюдка. Давай, бум! И сейчас голову с плеч. И голову с плеч ему сносите. Не хотите? Ну, как хотите. Так, теперь вот сюда. Так, тут два больших арбуза. Нет! Что ж его так прям нижние ряды он мои не любит. Прям он вообще терпеть не может, я вам должен отметить. Давай, 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 давай. Так, хорош уже на этом. Завязывай. Так. Нормально. Первый удар. Второй удар. Все, два удара и хорошо. Два удара и прекрасно. Тихо, тихо. Давай-ка вот так. Все, подтормознули. И теперь двумя такими штуками, да? Ой, а что двумя штуками? Наверное, вы знаете, зря я двумя штуками-то начал, потому что по итогу всего вот этого придется вот так делать. Иначе никак. Здесь, я не знаю, здесь еще, может, и разберутся, а может быть, и не разберутся, на самом деле, тут такое дело. Так, да еще один, да что ж ты будешь, шипы, дайте шипов мне, дайте мне шипов, ребят. Хочу шипов, хочу шипов. Ты представляешь себя, какая свинья, какая проклятая, я просто не могу. Ой, ладно, 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 я понял, сейчас раздавит он мой горшок, да.
Блин, давай, давай, ставь куда-нибудь. Сейчас он этот... Ой, он и этот раздавил. Я не могу просто с ним. Я не... Ладно, ладно, я... Да что ж делается-то? На! Все, выбесили меня, козлы. Так, тихо, смотрите. Вот так, этих всех тормознули. Теперь раз на Гаргантюа, раз ставим. И два ставим. Все, хорошо, избавились. Так, теперь... Ребята, ну нечем обороняться. Обороняться нечем вообще. Да ты что, охренел? У меня вообще уже ничего нет. У меня уже вообще ничего нет. Козлина конченая. Так, тихо. Давайте, вот так, этих двоих замочили. Горшки, побольше горшков, ребята, мне нужно сейчас. Так, давай-ка раз. Ой. Ну что, убьет кого-то, нет? Наверное, никого не убьет особо, я думаю. Поэтому опять делаем вот так. Теперь... А, господи! Да все, уберитесь вы уже от меня все. Сколько же это может продолжить? Ну, ни черта, нет, нечем абсолютно просто. Вот, давай, заморозь его, этого пидора. Вот так вот, отлично. Давай, мочите его, пацаны, мочите его по башке просто. По башке его поган. О, ну, это тебе и некуда особо бить, понимаешь? Вот такой ты лох. Хотел бить, а некуда. Ну, тут тоже пробили, видите? Пробили тут тоже мне линию обороны. Это плохо, на самом деле, ребята. У меня же ничего не остается, чтобы обороняться кое-как тут. Хоть как-то тут обороняться. Так, давайте сразу вот здесь вот все заставляем. В быстром темпе все заставляем. Пусть они сейчас верхнюю оборону пробивают. В принципе. Ну, хотя мы можем, наверное. Или не можем. Не, мы особо ни хрена не можем. Мне не дают перцы упорно. То есть я могу перчиком защититься, но мне не позволительно. Мне не разрешают, ребята. Хоть ты тресни. Ой, блин, еще сейчас этот полудурок, блин, кретин конченый. Да что ж ты будешь делать? Как вот избавляться? Так, все, стоп. Тормози, давай арбузом ему. Блин, а ты все равно он прошел. Он все равно прошел в самый последний момент. Мерзотная тварюка такая. Поганое ублюдское создание. Давайте вот сюда. Все, тут уже не пройдут. Тут уже хотя бы не пройдут. Так, что у нас здесь? Ну ладно, тут ничего пока особо опасного нет, да? Так, давай, горшки расставляем. И что ж ты будешь делать-то, а? Господи, боже мой. Все, всех троих загандонили. Да хватит уже! Хватит, зомбос! Пощади меня уже, в конце концов. О, вот этой штукой сейчас. Вот этой штукой сейчас мы ему дадим как следует. Теперь вот так вот еще, да? Тоже. Вот всем вот этим мочите, ребята, всем просто мочите. Так, ладно, два ряда у меня. Минус два ряда. Еще этого не хватало, дебилу. Тут и так зомбос уже. Ну, с зомбосом и так уже сражаться надо кое-как. Как-то надо сражаться. А как это делать? Так. Ну что, умрет, не умрет? Умрет он или умрет когда-нибудь? Блин, тут сильно все же по-жесткому происходит, ребят. Ну, зато это было, согласитесь, это было эффектно. Мы потратились, но это было эффектно, черт побери. Так, отлично, хорошо. Давай, все, отлично, этому снесли башку. Теперь здесь. Теперь что-то, вот он внизу прям очень по-жесткому атакует. Посмотрите, что он делает. Я просто не понимаю, как обороняться. Ну, давайте вот так вот одной штукой. А что, он горшок просто соберет пустой? Ну, ладно, хорошо, забирай. Мне не жалко, сраный пустой горшок. Можно мне орудие какое-то сверху тут на верхний ряд поставить? Ребят, ну это ж капздец. Давай, во, арбузом ему по башке, правильно, этому пидорасу, блин. Просто ненавижу его. Все, до свидания. Так, улетел. Отошел, что называется. Половину уже, смотрите. Наполовину мы уже с ним сразились. 17 минут я уже сражаюсь, между прочим, ребят. Так, ладно, хорошо. По крайней мере, мы тут ничего особо не построили такого прям жесткого. Это радует. Ничего и не потеряли, согласитесь. Так, понятно, опять. Опять он понизу пошел, да? Опять понизу пошел, ублюдок. Горшок один дайте, пожалуйста. Спасибо огромное. Бах, все, хорошо, давай теперь. Ага, понеслась. Он маленького клопа этого кинул, пидорас. Ладно, так добьем. Все, добили. Теперь еще раз, понимаете? Еще раз нужно вот этим вот всем заниматься. Боже. Да все, давай, сноси голову, сноси. Тупо по нижнему ряду идет. Вот он тупо по нижнему ряду. Вот вы заметили, да? Вот ничего не остается, кроме как вот так действовать. О, еще и этого, да? Еще и этого козла, блин. Вонючего. А, ты посмотри, он сейчас, если пройдет, он не должен пройти по логике, по законам логики он не должен. Ну, слава богу. Хоть тут подфартило как-то. Так, а ну-ка.
как лучше? Может, лучше заморозить? О, обоих заморозили, смотрите. Нормально, нормально, зомбос влетает. Давай, давай, сносим уже. Ты, блин, ладно, 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 я понял. Все равно тут нужно тратить, видите сами. Так. Хорошо. Вот так. Вот так. Вот так, наверное, да? Блин, а? Что ж ты делаешь-то, сволочь-то такая, а? Ты посмотри. Так, 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 ладно, 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 ладно. Хорошо, ладно, внизу тогда. Раз он постоянно атакует внизу, мы внизу и будем, в общем-то, сосредоточен. Вот так вот. И сейчас я думаю, что двумя арбузами мы замочим этого козла. Скорее всего. Мне так думается, да? Должны. Ну, должны, сумме. Ну, два арбуза же мочат, ну. Так, одного уже раздавил. Одного он уже раздавил, пидорас. Давайте, давайте, убивайте его, ребята. Вас же двое. Есть, наконец-то, выбили. Они выбили эту сволочь. Они выбили его как следует. Так, давайте теперь. Ага, 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 сейчас. Отлично, отлично. Выдержал, продержался. Так, хорошо. Что у нас, что у нас, что у нас? У нас еще вот этого не хватает. Вот этого еще не хватает у нас. Ну ладно, ладно, я понял. Я еще, ты не возра... я все-таки еще раз это сделаю, да? Так, давайте вот сюда. Так, внизу, 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 да? Ну он, я не знаю, а что у него за пристрастие такое к нижнему ряду? Почему его так сюда тянет? Это с чем связано вообще? Причем, смотрите, ну... Ой, блин! Ой, блин, не то, не то, не то сделал. Ну ладно, окей. Все вниз, он все на низ, он тупо все на низ послал, понимаете? Ну хорошо, давайте избавляться тогда от нижнего ряда. Раз он так его любит, давайте избавляться. Так, хорошо. Сейчас вот так вот делаем, да? Оп, смотрите, двух пидорасов замочили. Ну с этим быстро разберутся, с мелким говнюком, я думаю. И в принципе, я думаю... Все будет зашибись, да? Ну вот так вот еще, да, для завершения. Ах, блин, вот с этим вот не успел поквитаться, да, этой атакой, было бы неплохо. Мы уже больше половины, значительно больше половины преодолели. Прям вот конкретно. Да когда ж этот мудак-то сдохнет там внизу? Так, что сейчас будет, что сейчас будет? Лед будет? Лед, хорошо. Избавляемся от льда, или от снега, я даже не знаю, короче. Короче говоря, поджигаем, так я скажу. Теперь давайте вот, как можно больше пустых горшков, может он сейчас на них нашлет. Нет, не нашлет. Нет, не нашлет, пидорас. Он заберет вот эти вот орудия. Орудия, которые были мне довольно важны, на самом деле. Так, смотрите. Смотрите, пока... Пока вот так делаем, да? Все, до свидания. Так, выбили, выбили, выбили. И теперь, смотрите, горшок. Обязательно вот это сюда. Прям обязательно. Вот что его тут... Что ему тут медом намазано, что ли? Он прям вот не любит нижние ряды, и все. Теперь давайте вот здесь еще горшков как можно больше пустых, чтобы он на них микроавтобусом своим стрелял, если что. Чтобы он не повреждал ничего ценного, сами понимаете. Это важно. Это тактика. Великая тактика. Мы уже почти прошли, между прочим. Месть доктора Зомбосса может быть даже и не осуществится, вы знаете. Так, все, заполняем горшками. У меня перчиков-то все меньше, кстати. Перчиков-то у меня все меньше, ребят. Вот сволочь, а. Так, у меня всего теперь меньше уже, потому что... Посмотрите, что это падло вытворяет. Так, ну ладно, 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 смотрите. Так, раз, два. Нормально, нормально вынесли прямо арбузами. Тут, короче, надо, чтобы тут одни арбузы были. Ну-ка, 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 ну-ка. Бум! Сейчас, сейчас, сейчас разберемся. Сейчас, сейчас. Вот этот вот быстро сдохнет. Я прямо уверен, что он сдохнет. Скоренько, скоренько он. Скоро он помрет. Давайте-ка гриб используем. Хорошо, хорошо, замораживаем. Отлично, отлично. Теперь этих. Теперь этих пидорасов. Так, давай-ка сюда. Сюда. Так, отлично, отлично. Ой, вот этого. Выносите его, прыгучего, прыгучего гондона. Выносите, ребята, как можно скорее. Ой, тихо, тихо, тихо. Случайно нажал не туда. Так, давай, морозим. Морозим. Ой, ну ты-то куда вылез-то, обычный-то кретин? Ну куда ты вылез-то, в конце концов? Ты что, поехавший, что ли? Так, есть... Черт, возьми, перчик. Перчик будет? Нет? Потому что я боюсь... Я боюсь израсходовать сейчас вот перчик, потому что сейчас пойдет же... А пошло, видите, пошло вот такое. Поэтому можно, в принципе, перчик расходовать. Блин, 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 блин. Сейчас, 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 секунду, секунду, секунду. Да что ж ты делаешь? Да что ж делается-то? Давайте расставляем везде. Вот так, сюда, сюда вот это ставим. Мне срочно нужен, блин, горшок. Да вы гоните, что ли? Мне срочно горшок нужен. Ох ты, блин. Ох ты, черт возьми! Давай мне... Мочи, мочи его, замочи этого козла!
Так, еще один горшок. Вот. Куда? 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 Вот. Сюда. Господи! О, боже, боже, боже! Дайте перец! Перец дайте! Ну дайте мне перец! Мне нужно убить вот этих пидорасов! Ну что ж вы делаете-то? Люди добрые! Прекращайте это! Ай, снова мат! А, там есть! Ух, слушайте, я думал все, я думал мне капец, а там оказывается был... Ладно, ладно, ладно. Ладно, я понял. Ну что-то еще, что-то он там сам топчет там что-то. Вы представляете, какая падла? Он еще и сам там что-то топчет. Так, все, у меня больше нигде нет газонокосилок. Вот в чем беда-то основная, понимаете? Я теперь должен как-то... Ну, замочить его или нет, этого козла? Ну, давайте, ладно, вот так вот действовать тогда. Ой! Так, хорошо, хорошо, хорошо. Тихо, тихо. Мочи! Мочи, 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 пидрюка, мочи. Так, и вот этого тоже мочите, ребята. Мочите его как следует. Давай, давай, замедляем, замедляем. О, есть, хорошо, хорошо. Осталось чуть-чуть буквально протянуть. Буквально немножко протянуть осталось. Он уже, видите, мигающий. Уже мигающий доктор Замбос. Так, ясно, ясно, я понял, я понял. Здесь срочно нужно заставлять оборону. Тихо, тихо, тихо. Так. Так, давайте-ка. Пока что. Вот сюда, наверное, да? Так, поставим. Смотрите, пошли обычные немощные кретины, в принципе, да? То есть, ничего такого особо опасного не видно. О, ну коню, коню, куда? Ничего особо опасного я не вижу абсолютно. Но куда же без вот этого гандона, блин? Раз, два, все, понеслась. Так, замочили. Теперь вот с этими разбираемся. Так, о, прыгающий, прыгающий мудила, прыгающий. Давай, давай, разбивай ему голову. Разбивайте голову этому козлу как можно скорее. Так, все, понизу, понизу. Да что ж ты будешь делать? А вот эта сволочь убил моего... Блин, а ты посмотри. Так, 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 здесь прорываются. Здесь тоже не прорвется, наверное, да? О, отлично, разбили, разбили. Так, эту оборону мы разбили. Так, здесь у нас... Ну, я вот так, наверное, поступил. Пошел ты в жопу, мудень. Здесь вот так. Этот не дошел. Никто не дошел, смотрите, пока никто не дошел. Сейчас надо будет срочно организовывать оборону. Вот хорошо, что я сэкономил перчик, видите? Под такое дело, блин, сэкономил. Мочите его уже на конец. Уже все, уже конец, ребята. Уже самый конец. Нет! Ай! Ай-яй-яй, что ж ты делаешь? Что ж ты делаешь, падла? Так, хорошо, 26 минут сражаемся уже. Полчаса практически сражаемся с этим козлом. Ребята, вы можете в это поверить, блин? Так, давай, 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 давай. Морозим. Всех замораживаем. Вот этого козла особенно замораживаем. Он опасный мудак. Так, 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 тихо, 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 пока. Пока особо тяжелую артиллерию не выдвигаем. Сейчас он что-то жесткое просто на меня пустит, я уверен. Ага, вот он и пустил. Вот он и пустил. Берем перчик. Берем перчик и... И, наверное, давайте еще вот так возьмем. Нет? Ой, я зря это сделал, блин. Надо было перцем его долбить просто по... Ой, короче, короче. Бум! Спел? Спел долбануть один раз, наверное. О, все, все, все. Тот вот сдох уже. Тот уже сдох. Сейчас заморозим. Сейчас заморозим. Смотрите, ребят. Всех надо заморозить. Всех надо заморозить, понимаете? Просто всех заморозить надо напрочь. Только не ледяная атака. У меня перцев нет. Я все перцы израсходовал. Господи. Так, тихо, тихо. Тихо. Ага. Не ледяная. Атака не ледяная. Окей, 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 окей. Есть! 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 Победа с первого раза, ребята! Башка твоя, чё, месть доктора, за чё, отомстил, мудак? Замбос, ты не замбос, ты абсос! Победа! Фух, ну он каждый мой ряд по разу выбил, но это ему ничего не дало. Все газонокосилки мои. Beyond the Grave, открыто достижение. За кладбищем получено, выиграйте 20 мини-игр. Ох, продолжайте собирать трофеи. Слушайте, это круто. Это, я сейчас чувствую себя крутым чуваком. Я реально чувствую, что я совершил клевое достижение. Давайте мы на этом остановимся. 20 мини-игр пройдены, отлично. Доктор Замбос пройден с первого раза. Это тебе не вот это вот, блин, с орехами испытание. Последний живой. Там было сложнее, здесь было даже попроще, я бы сказал. Я справился, я замочил того мудака. Впереди у нас что еще? У нас впереди еще пазлы. Выживание, не знаю, что такое, не пробовал. Ну, короче, пока не заканчиваем, будем еще продолжать. А пока на этом все. Если понравилось это видео, лайкайте, комментируйте, подписывайтесь, жмите колокольчик, жмите поделиться, рассказывайте друзьям. Вступайте в группу ВК, ссылка внизу в описании. И всем счастливо, удачи и пока!